Доброе утро, меня зовут Алексей, и с вами кулинарное пространство Рататуй. Сегодня мы с вами приготовим мексиканскую лепешку с карамелизированным бананом. Для этого нам потребуется банан, 3 штучки, горький шоколад и сливочное масло, немножко сыра твердых сортов, мороженое и лепешка. На сливочном масле обжарим бананы. Бананы нарезаем небольшими кольцами. Сливочное масло у нас растопилось. Выкладываем бананы. В банан добавляем немножечко сахара для карамелизации. И ждем, когда у нас сахар полностью растопится. Периодически будем помешивать бананы. На парабане топим шоколад и сливочное масло. Шоколада мы берем примерно 90 грамм. Это одна плиточка. Все, наши бананы слегка обжарились. Снимаем их с плиты. Далее на сухую сковородочку выкладываем лепешку. Наполовину лепешки выкладываем бананы. Посыпаем немножечко сыром твердых сортов. И ждем. Сейчас лепешечка у нас прогреется. Сложим ее пополам и обжарим с двух сторон. Повторим это действие с оставшимися лепешками. Наша задача, чтобы лепешечка обрела более запеченный цвет, красивенький, золотистый, и сыр немножечко подплавился. То будьте осторожны, когда будете это делать, потому что лепешки очень быстро горят. Если будет что-то не получаться, советую использовать средний огонь. Я делаю это все на максимальном. Наши лепешечки готовы. Лепешку разрезаем на 3 части. Сверху укладываем растопленный шоколад. Слегка его размазываем, чтобы он распределился по всей поверхности лепешки. Рядом кладем шарик мороженого. Наши лепешечки готовы. Приятного аппетита!